Я товарищ Сталин, держись подальше, лузер. Я номер один во всем Советском Союзе. Я сам придумал, как сделать всех рабами, я полон коварства. Ты у Цукенберга спер идею интернет-рабства. Я Павел Дуров и мой один номер один. Король сети и Рунета господин. Я гениален, молод, состоянием владею. И, кстати, Цукенберг спиздил у меня идею. Я хуею, Дуров, по-моему, ты в бреду. Я тебя лечил, талонов на еду. Отослал бы ссылку, твое хилое тело. Тебя и всех родных зарол бы, личное дело. Это устарело, ВКонтакте личные дела. Миллионы людей заводят сами на себя. Плевал на твои ссылки, помечу их как спам. С предупреждением о содержании вредоносных программ. Товарищ Дуров, ты дурак? Я не пойму. Ты забыл о главном, я выиграл войну. Меня все любят и все ветераны чтут. Так что, щенок, заткнись-ка и не гавкай тут. Не уважаю ветеранов, вот насколько я крут на эту тему. Ему все телеканалы труд, а ты репрессии устраивал и всем насрать, а тебе забыли, о славе можешь не мечтать. Бла-бла-бла, и твоей мортопахнет, бля-бля-бля, все вокруг и сразу чахнет. Я товарищ Сталин, Павел Дуров тут. Голосуй, кто из них реально крут.